Здравствуйте, сначала запускаем программу для работы с интерактивной доской. У нас это Workspace. Появляется панель инструментов. Создаем чистый лист. Также на панели инструментов расположены маркер, карандаш, хайлайтер и стирательная резинка. Теперь переходим на курс Moodle. Переходим в виртуальную аудиторию. Нажимаем открыть ссылку и тем самым запускаем Adobe Connect. Открываем. Теперь, чтобы слушатели видели нашу интерактивную доску, мы должны разрешить совместное использование экрана и нажать рядом с нашим приложением и разрешить общий доступ. Все, теперь преподаватель может транслировать то, что происходит на доске. Теперь преподаватель может начать занятие, и слушатели будут видеть, что происходит на интерактивной доске. Тема сегодняшнего занятия – согласование ориентации, многообразие и окра. Рассмотрим простой случай. Многообразие в размерности 2 в пространстве R2 и его край многообразие размерности 1. После окончания занятия мы можем сохранить нашу доску в формате PDF. Для этого нажимаем на Toolbox и здесь экспорт PDF-файл. Вот, и сохраняем. Теперь эту PDF мы можем выложить в курс Moodle. Вот он находится здесь. Спасибо за просмотр.